Я тоже не пользуюсь знаниями, которые мне рассказывали, потому что я не слушал, когда кто-то что-то рассказывает. Ты слушал много человек, которые рассказывают, и ты пользуешься этими знаниями. Если бы ты не слушал эти все знания, то тебе бы быстрее можно было осознать, что такое сознание или что это такое вообще. Ты бы понял, что ты вообще ничего не понимаешь. А здесь ты понимаешь, что ты что-то понимаешь. А чтобы не понимать то, что здесь происходит, тебе надо понять, что они пиздели. Есть понимание, что вот я не Саша. Что вот это Саша, это информация. Это тебе сказали. Саша должен узнать, что он не Саша. То есть я, вот восприятие есть тело, а вот что я, это... Саша не узнал еще про Сашу, что Саши нет. Пока Саша знает про Сашу сам, но ему другие говорят про Сашу, он не сможет узнать. У него нет подтверждения в этом. Это как... Какой глубины яма? 20 сантиметров. Вы уверены? Да. Также ты... Уверен, что Саши нет? Что нужно, чтобы оно... Ну. Что-то другое должно быть, чтобы... Типа, я не Саша. Ну, потому что ты не можешь верить ни тем, кто сказали, что ты Саша, ни тем, кто тебе сказали, что ты не Саша. И что делать? Ну, узнать, что это такое. Что есть я? Да. Смотри. Ну, ты ищешь способ, как можно узнать, что есть ты. Глубину знаешь, как узнавать, сантиметры. Как узнал ты, кто ты? Да я не узнал, кто я. О, Господи, ты что? Нафиг мне узнавать, кто я. Если бы я узнал, кто я бы здесь не сидел. Но ты знаешь, что ты не Вася. Да, это ж... Было уже потом понятно, что это не это. А после чего потом? Ну, до того... Как я начал искать, что я не это. Потому что если бы я начал искать... Если бы я начал искать, что я не это, я бы не смог найти. Ну вот и я так же. Что? И я вот это. А я не понял, о чем ты говорил? Ты сказал, что если бы ты до того, как ты понял, что ты не ты, ты уже понял, что ты не ты. Вот как я. Но что-то тебе позволило укрепиться в этом, что ты не ты. Потому что я не искал, что я... Я не искал того, что я не являюсь этим. Искал свободу. Да, только свободу. Но я не искал, что я не это. Если бы я искал, что я не это, я бы не смог найти. Ну, ты нашел свободу. Свободу, да, но не нашел, что я не это. А потом уже я нашел, что я не это, после того, как я нашел свободу. Как ты нашел свободу? Я хотел свободы просто. Просто хотеть свободы. Вот это желание. Это как ты, как у тебя есть желание там съесть яблоко. У тебя есть желание выйти на улицу. Чье это желание выйти на улицу? Чье это желание съесть яблоко? Увидеть того, чье это желание. Ты же его не увидишь. Перед нами приходят желания. Ты же его не увидишь, потому что ты будешь искать того, чье это желание. Оно внутри, ты не можешь его не слышать. Оно вот ты хочешь, в туалет ты идешь, так и желание вот к свободе, да. Ну, это как будто бы кто-то говорит, что тебе надо идти в туалет. Точно так же мне пришел кто-то, начал говорить, что тебе нужна свобода. Ну оно само изнутри идет. Вот все, что говорится подобного рода, оно откликается. Это как изнутри идет, просыпайся. И просто нужно вот туда посмотреть, вот на это желание. Слышать это, слышать себя изнутри, тот, который говорит, тот, который видит, тот, который слышит. Ну, получается, да, смотреть туда. Ну, как говорят, внимание на внимание смотреть вот это. Ты можешь посмотреть внимание на внимание?
Да. Вот. Это ж оно? Нет. Ну как? Я вижу объект и посмотреть на того, кто смотрит, воспринимает. Ну ты просто смотришь на того, кто смотрит на камень. А как да. ты увидишь того, кто смотрит на того, кто смотрит на камень? Смотрение, потом... Опять смотрение удалится, чтобы видеть смотрение, которое смотрит на меня, да. которое смотрит на камни. Но так... Так пустота открывается, да? Нет, а как ты увидишь того следующего, который смотрел на того, который смотрел на меня, который... Потому... Когда я смотрю на камни. Потому что ты понимаешь, что ты то... Ну, ты не можешь быть тем на то, что ты смотришь, ты что-то другое. Оно себя не осознает. Да. Но ты понимаешь, что ты смотришь на смотрение, и ты не это смотрение. Зеркало видел, когда такое фигня? Зеркало, и там у тебя много-много-много. Да. Но где это первоначальное? А? Смотрящий. Ну, где первый, который смотрит? Ну, тот, который все это смотрит. Ты уверен, что это тот, который смотрит в зеркало? Это первый? Ну, всегда будет тот, который смотрит на того, который смотрит. И он будет вне смотрения. Да, и ты никогда не узнаешь, кто на тебя смотрит. И это знание, что ты не тот, кто смотрит, оно автоматическое. И ты такой, а, ну все, я типа то, но я не знаю, что я то. Ну то, там конца и края нет. Да, так, а ты хочешь узнать вот это, которое смотрит? Получается не то, чтобы то узнать, но ну, как почувствовать, что собой, типа всем, что вот я тут. Знание придет тем, что ты смотришь на того, кто смотрит. Да не придет знание, у тебя не будет знания. Ну, ну вот типа ты говоришь, что я не знаю, что я, но я знаю, что не это. Потому что типа вот. Да я не знаю, что я даже. Да, ну вот, вот это. Ну, да. Ну как я могу знать, что я смотрю на себя? И сейчас смотрю на тебя. А кто этот, который смотрел на меня, который увидел, что я смотрю на тебя? Кто он? Как его распознать? Опять на него надо перевести внимание. Так внимание себя не распознает, потому что оно дальше переводится внимание. Когда ты будешь искать того, который смотрит на того, а тот на того, а тот на того. Ты эту штуку чувствуешь просто по нему, но не чувствуешь, я не знаю, вот собой типа, осязаешь, не знаю. Типа не просто словами, прям вот как-то, ну, я не знаю. Да, я не знаю, я не могу это ощутить, или осознать, или увидеть, или услышать, или понять. С чего ты решил, что я это понимаю? Предположил. А, не предполагаю. Это как ты можешь понять, что я сейчас чувствую или слышу. Это же как раз твое внимание на мое внимание, которое смотрит из меня в тебя. И ты думаешь, что ты знаешь, что я делаю, когда я смотрю на тебя. Что я осознаю, что я чувствую, что я слышу. Но ты говоришь, мысли у тебя нет. Ну, мысли, если нет, то это не осознает себя то, которое внимание передает на тебя. Сейчас ты смотришь на меня, и ты можешь увидеть, что я, ну, что я вижу, как я слышу, как я чувствую тебя. Не можешь. А, ну, в смысле, как, ну, по ответу, типа, по реакции, вот это все. Ну, то есть, ну, а, как ты, нет, да. Могу тебя наебать, я могу сказать, что угодно. Ну, да. А могу сказать правду, а ты не поверишь. Потому что, ну, потому что это для меня просто слова. Пока я сам это не почувствую, типа, я не поверю. Видишь, как ты запутался в этом твоем понимании, воспринимании, непонимании? Много у тебя знаний. Вот, да. Но они как будто автоматически. Нифига себе, ты ходил по сатсангам, автоматически собирал знания. Ну, нет, желание было, да. Желание. Но это были твои желания или желание того, кто смотрит сейчас через тебя? Сначала это было желание уйти от проблем.
Так надо было и уходить от проблем, не искать желания, чтобы уйти от проблем. Видишь, у тебя легкий был путь, но ты его, ты себя наебал этим путем, что ты найдешь легкость в том пути, которым ты пошел. Ты не хотел идти прямым путем. Избавиться от проблем, да, ты говоришь? Ну, там не то, чтобы избавиться от проблем, там то, что, типа, ну, там больше, да, знания превалируют, что, типа, вот, там вы не найдете счастья. То, что ты вначале рассказывал, когда я пришел, что там у тебя семья была, дети, все, и, типа, а вкуса жизни нет, вот эта тема. Ну, так я не ходил по учителям и не искал, где найти вкус жизни. Я сразу начал идти в себя, искать в себе свободу, а не искать в учителях. А ну, ты... я услышал, что так все говорят. Пошел к учителям. Да. Да. Ну, я даже не то, что пошел, я оно само пришло ко мне через желание посмотреть, узнать. Нет, само не могло прийти. Это где-то ты услышал? От кого-то, где-то, кого-то. Как ты мог найти первого учителя, который тебе там рассказывал что-то, басни? Ну, короче, типа то, что вот говорят, это нужно, типа то, что они говорят, только это как-то самому без, как бы, то, что они говорят. Ну, вот я что и спросил. Ну, вот, например, я рассказываю про мороженое, да, ой, какое вкусное мороженое, да, ой, здесь вкусное такое мороженое с манго. Боже, я вообще, когда ем, чуть не обоссался в первый раз, когда ел. Такое. Я сам не попробую, я вот то, что ты говоришь, не пойму. Ну, я бы даже не слушал дурака, который рассказывает про мороженое. Не объясни человеку вкус яблока, пока ты сам его не попробуешь. Он скажет, сладкий, кислый. Это опять какие-то знания, что это невозможно объяснить, да? Ну да. Да. Ну ты ж не объяснишь вкус чего-то, что ты попробовал, а я не попробовал. Не объяснишь. И это будет. Поэтому я тебе и не могу объяснить то, что я не понимаю, что здесь происходит. Как мне объяснить то, что я не понимаю? Как будто бы, типа, с той стороны ты уже там находишься, как будто перебежал границу и такое, знаешь, ответ. Ну, так я тебе буду рассказывать про яблоко, какое мороженое. Ну, да. Ну, ладно, ты расскажешь путь, ты расскажешь дорожку, как пройти границу. О, я расскажу, но точку не укажу. И ты будешь, ну, да, блядь, искать эту точку. Ну, я по пути пойду, а там заблужусь, короче, и как пойдет. Ну да. Вот у вас смотришь гробик, опять я не нашел точку. А нужна ли была тебе эта точка моя, если ты свою еще не нашел? Ну,